Глава региона лично проинспектировал ход дорожных работ на улицах областного центра. На улице Фрунзе в этом году ремонтируют два участка дороги – от путепровода до улицы Минеевской, от 8-й Минеевской до границы города. По улице Фрунзе некоторые участки перекладывали, были занижены бордюры, были неровности. А сейчас все замечания устранены. На улице Фрунзе завершены работы, которые касаются асфальта и разметки. Осталось закончить с освещением нерегулируемых пешеходных переходов. Сейчас ждем светильники и светодиодные знаки. То есть здесь как бы вины подрядчика я не вижу. То есть позиции заказные. Поставка должна быть осуществлена в течение недели этой. Подрядчик уверяет, дорожные знаки и светильники повесят быстро. Буквально в течение одного дня после того, как они поступят. Еще раз, мы все объекты в этом году сдаем. Да, конечно. У вас получается все с подрядчиком? Потому что, еще раз говорю, мы все равно объекты, если они не переделают те участки, которые нам не нравятся, мы объекты просто не примем. Мы не принимаем. Подрядчики уже это знают. Это города, городских объектов тоже касается, чтобы у подрядчиков не было иллюзий. Касается как области, так и города. Когда работы завершат, улица Фрунзе станет безопаснее. Здесь оборудуют пешеходные переходы со светодиодными дорожными знаками и световозвращающими фонарями, которые при свете фар хорошо видны водителям. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.